Серия взрывов произошла в Ираке. В результате терактов погибли по меньшей мере 70 человек. Ранее сообщалось о 52 погибших. Еще 152 человека получили ранения. Несколько бомб взорвались в Багдаде, еще одна в деревне Шатуба, расположенной южнее города Баакуба. Здесь местные жители собрались почтить память погибшего 2 дня назад военного. Именно этот взрыв, жертвами которого стали люди, сидевшие в траурном шатре, стал самым смертоносным. Еще несколько бомб взорвались в шиитских кварталах Багдада. С начала января более 280 мирных жителей страны стали жертвами терактов и столкновений на межконфессиональной почве. Большинство из них погибли в западной провинции Анбар, где действует группировка «Исламское государство Ирака и Леванта».